Сегодня у меня люксовый минивэн Toyota Alphard. Когда запускаешь двигатель, сиденье регулируется по заданным ранее настройкам. А когда глушишь, отодвигается назад. Очень удобно парковаться, потому что есть система кругового обзора и камера вот здесь. На ходу это выглядит вот так. Подлокотник можно открывать в любую сторону. Есть система экономии топлива старт-стоп. Когда стоим на светофоре, машина экономит бензин. Управление электроприводом задних дверей, крышки багажника и люка задних пассажиров. На ключе тоже есть эти функции, ну, кроме люка. Сзади есть солнцезащитные шторки, выдвижной экран и HDMI-порт для подключения гаджетов. Цвет подсветки салона можно менять вот этой кнопочкой. Сиденье с подогревом и вентиляцией. И передние тоже. А ножки отдыхают. Очень большой багажник с откидным третьим рядом сидений. Но самое главное, что страна сборки — Япония.